выберет. Давай она выберет, кому она подойдет. Иди за мой мой! На этой неделе, до конца недели будешь готовить сама. Тебе болит? Всем привет! Всем привет, ребята! Так, Маргарита опять у нас тут готовит. Может, ты вообще будешь готовить за меня полностью? Да. Давай? Да. Неделю попробуешь? Угу. Будешь сама готовить. Но вы будете кушать, что я буду готовить? Обязательно. Ну, я лично буду кушать. Папа тоже. А все остальные я не знаю. За всех я не могу ответить. Так, ребят, у нас штормовое предупреждение. Вообще у нас снег сегодня идет. Хотя утром был ливень. Да. И вот, да, где-то, наверное, к обеду ближе. Вот такой вот снег сыпет. Подстилки. На этой подстилке нельзя готовить, у нас горит, это бумага. Это не бумага для выпечки. Знаешь, я один раз хотела тоже. Я попробовала приготовить на этой бумаге, и она мне сгорела. Даже она, нет, она просто начала темнеть. Теперь ложи этот лист, а теперь переворачивай вот так вот, хопа, другой стороной. И все. Раз, два, три. На пол только не выкрики. Давай. Переворачивай. Опа, и все, я клею. Нет, клею. Вместе с Бонней пошли на улицу. Как, я не знаю, замерзла она, не замерзла, но снегом ее засыпала. Да, Бонь? За санками сегодня поехать? Можно. У нас санок нет, представьте себе. Мы здесь живем сколько уже лет? В Швейцарии. Да, в Швейцарии. И мы санки даже не купили. Еще майонезику добавь. Ага. Будет вкуснее. Ну что, вот такая пицца получилась у Маргариты. Ты прям повар от Бога. Да, я. Быстро и вкусно. Да? Угу, на 180. Нет, я не буду за вами убирать. Давай. Вы раскидали, вы убираете. Все, так нечестно. Я не играла, я не раскидывала. Давай я сейчас тоже все раскидаю и скажу, вон, Маргарита с Ксюшей будут убирать мои вещи. Нет, это все ваше. Вот, смотри, мандарин там съели. Здесь все разбросали, куртка валяется. Давайте. Я тоже не кушала. А теперь давайте выясним, чей это мандарин. Я не кушала мандарин. Здесь не написано, чей он. Бонь, давай тоже убирай, Бонь, на, мячик. Если Макс кушал, то пусть Макс убирает. Может, это Бонни съела мандарин? Что? Нет, ничего. Пойдем кушать. Что вы делаете? Бонни, где мячик? Лови мячик. Бонни. А ты кто? А это Мишка. А ты кто? Это Мишка сказал Пунду. А ты кто? Что за Пунду? Ты что съела? Тебе плохо? Мяу. Мяу! Фу-фу! Ну что с ней вообще происходит такое? А, Марго? Что здесь происходит? Мальчик или Пунду? Смотри, Пунду. Ты, между прочим, вчера Маргарите прям в глаз заехала мячиком. Она потом сидела, у нее глаз красный был. Что смешного? Мостик делай. У тебя пицца сгорела. Сгорела? Нет, не сгорела. Но она уже готова, наверное. Что там Ксюша орёт? Вот Ксюша закрой. В две обезьяны. Нет, три обезьяны. Вон еще одна обезьяна. И классный. Не, не надо отпускать её. А я не... Она упала.
золотой. Она жива! Ой, а давай она выберет, кому она подойдет. Давай. Она к ней пойдет. Не, давай проверим, давай. Она выйдет туда. Она вообще никому не придет, да? Как будто это мясо. Фарук. Так, только вы должны сесть немножечко на расстоянии друг от друга. Так, все, готово, Вонь? Давайте, зовите ее. Бонни, давай. Иди за мной, Бонни! Мама, так нечестно! Все, Ксюша, все. Она ко мне хотела пойти. Еще один раз. В смысле, еще один раз? Гони, гони, взял! Джонни моя. Ей не, не нужна твоя вкусняшка, она любит свою мормушку. Захват, захват ногами. Ну, у тебя пицца получилась просто изумительная, Маргарита. Макси. Да, мама, он хочет еще больше. Я тоже хочу. Это только. 996. Это только. Так, все, Маргарита, ты на этой неделе, до конца недели будешь готовить сама. Договорились? Договорились? Как это нет? Ты сегодня ужин готовить будешь? Да? Точно? Ладно, все. Все, ребят, вы это... Свидетель, давай руку. Да не пиццу. Руку дай. Да другую. Все, ребят, мы пожали руки. Маргарита до конца недели это и будет готовить. Скоро. Маргарита, ну ты че? О, нет! Она не будет после тебя кушать. Скоро. Зачем ты это делаешь? Маргарита, посудку уберем с того. Я уже брала мою. Я готовила, вы убираете. Это мои слова, ты не можешь их использовать. Я мама. Я мама. Все, идем, Бонь. Снегопад. Что? Это в трамплин залезла. Так, ну что, ребят, мы собираемся на улицу. Подожди, а с Данилом? Да, будем сейчас кататься на горках, там возле школы. С Данилом. Немножечко вам поснимаем. С Данилом. Так, я уже подготовилась, надела куртку. Смотрите, куртка очень теплая на самом деле. Внутри у меня только футболка. Просто футболочка. И вот я сейчас сходила, я вообще не чувствую холода. Вообще. Вот, и... Вот такие вот лыжные штаны непромокаемые. Так, Каролина тоже наденет вот такие вот штанишки и курточку. Макс уже в штанах. Нет, они мокрые, снимай. Ты в них уже погуляла. Вон те серые надевай, я их оставляю. Это можно? Так, Ксюша еще в школе, у нее сегодня до 4. А Маргарита сейчас придет. Давай вон серый надевай. Все, вышли мы на улицу. Давай, прыгай. Опля, опля. Макс там уже лежит. Ты чего лежишь? Мам! Упал, что ли? Это кто-то снеговичка, наверное, копал. Ой, снеговичка кто-то катал. Пойдемте на горку. Не могу. Давай ручку. Макс, ух. Угу. Это кто у тебя, птичка, что ли? И сейчас вспомнилось видео, которое я видела в ТикТоке. Да, с этой музыкой. Когда они в снег падают. Так хочется сделать то же самое. Но пока снега нам маловато. Ой. И будет больно. Да, ты куда? Нет. На пакет садись. Мы взяли санки. Санки не катаются. Мне не дают. А вместе садись, Данил, давай вместе. Макс, садись сзади. Снежколеп. Очень крутая штука. Вон, Каролина налепила уже. Они такие ровненькие. Ксюша, осторожно, сверху снег падает. На голову снег может упасть. Он падал уже.
Да. Вот здесь лепи. Вот здесь где-нибудь. Ну, чтобы сверху на тебя ничего не упало. Смотрите, какие ровненькие. Да нет. Кажется, подожди. Надо так парить, да, сильно прям так делать. Так вот налепишь, дай и потом много. Войнушка с снежками. Ксюша у нас вон как едет на спине, у нее куртка супер скользкая. Такая прикольная штука, это чья? Ксюша. Давай, Ксюш. А если с трамплином, представь себе. У тебя куртка есть? У нее тоже куртка едет. Вот вам и трамплин. Что, налепила? Снежки. Мы еще на улице. Мы, наверное, уже часа два с трех до пяти, да, два часа тут уже. Снег все еще идет, деток много, все катаются, играют. Маргарита с Ксюшей домой пошли. А Матвей получает. Получается? Один. Так, вот голубики, я сейчас буду делать пирог. Я еще не делала. Попробуем, как получится. Папа купил тазики. Ух ты, прикольно. Это нормально, Ниня Костя Сантава. Так вот садишься и едешь в тазик. А это что? А это чтобы снег убирать. Будем снег убирать. Прикольная такая штука. Сидушка. Да? Завтра будем кататься. Да. Еще и лопату. Не знаю, нужно где-то. Может быть, там для Боньки почистишь снег, она в туалет не может сходить нормально. Ксюша будет убирать снежок для Бони. Не знаю, куда-то там в сторонку, не знаю. Только траву не испорть, Ксюш. Так, сверху немножечко, чтобы ей не утонуть в снегу. Все, снег перестал, больше не идет. А дед идет все равно, да? Сыпет. Посмотри. На батуте там сколько снега. Давай вот весь этот снег работает. Зачем ты? Так, я разбила 5 яиц и высыпаю стакан сахара. Сейчас я это буду все взбивать до пышной пены. Ну, как обычно, не знаю, кто видел, как я делаю. Все точно так же, как и на пирог с манго, как и с яблоками. Все. Я добавила чайную ложку разрыхлителя и такой же стакан муки. Вот, стакан сахара и стакан муки. Все, размешала. Видите, оно такое пушненькое получилось. И теперь я сюда буду высыпать яблоко и сверху заливать тесто. Случилось с ногой? Ты уже открывала? Нет. Тебе болит? Угу. Ноготь отрезать надо? Или он поломался, но кусочек отвалился или нет? Или его подрезать надо? Отрезать нужно его, если он мешает. Нет. Уроки задавали? Нет. Завтра будет тест, я тогда уже очень я забыла тебе дать. Потому это нужно расписаться? 5,8. Молодец, по какому? Музыка? Нет. Английский? Да. Молодец. Что еще? А мой пирожок уже готов. Вроде бы. Сейчас он немножко остынет, я его переверну и сверху посыплю сахарной пудрой. Я сейчас буду переворачивать пирог. Что получилось?
Ну, все будут кушать. Нам больше достанется. Видите, как он получается? Вкусненький. Вот такие вот штуки, сидушки. Попробуем завтра на них покататься. Прикольно. Вот сюда вот садишься, держишься и едешь. Завтра обязательно сходим, еще покатаемся. Сейчас мы будем уже собираться спать. Вот. И мне еще нужно голову помыть. Кто-то спать, а кто-то нет, как всегда. А, ну вот это у Бони спрашивали. Мам, они еще мокрые. Мокрые? Тогда на стульчик повесь. Можно. Да. Давай отдыхать. Уже уроки сделала? Угу. Все, давай. Как тебе спалось в новой комнате? Нормально. Нормально? Привыкла уже? Ладно, давайте. Мама. Поела тут, мне как всегда. Мне завтра рано. Рано? Мама, я очень хочешь. Рада. Очень рада, что вам рано. Макс завтра, да. Хорошо. Первый раз в школу вот это. Потому что все хотели, чтобы я надела что-то, которое вот так, потому что я бы надела что-то. Хорошо. Ксюша купила кеки. А это пилочки? Стоило только 4 франка. И вот кеки, завтра нужно кеки обязательно поменять. Кекины вкусняшки стоили 10. Эбонькины вкусняшки. Ну, так это еда, это опилки, опилки недорогие. В общем, завтра будем менять все опилки. Потому что у нас уже жучки уже достали. Видите, они везде тут ползают. Надо опилки выкинуть. Иначе, то есть, не закончится никогда. Вот. Ладно, все. Спокойной ночи. Всем они пока. Они все равно как-то появляют. Как раз вот на эту водолазку сверху курточку. Да. Только ты в ней только в одну не пойдешь. Нет. Обязательно еще кофту. Все, подготовились. Ну ладно, все, ребят. Всем пока. Всем спокойной ночи.